На центральной площади Симферополя открылся третий цикл фотовыставки «Крымская весна. Строим будущее». На выставке показано, как Крым справлялся с трудностями и первые годы пребывания в России. Как операторы налаживали мобильную связь и как справлялись с нехваткой пресной воды. Как проходила газификация полуострова и сколько телевизионных объектов освещают крымские события. Множество памятников архитектуры были выделены средства с государства и подлежат на данный момент реставрации. Внук вот садик уже пойдет, то есть и очередь, соответственно, подходит близко. Дороги изменились, то есть квартир очень много строят и по достойной цене. Энергомост, вот никто не верил, что вот Украина, во всяком случае, все украинские новости говорили, да он никогда в жизни работать не будет, да это все ерунда, там неделю поработает и больше его не будет. Однако работает, поныне работал, работает и будет работать. Выставка завершается яркими слайдами о жизни на полуострове. На слайдах показано то, как представители различных культур отмечают национальные праздники. Также можно увидеть, как развивается национальное образование в Крыму. Известно, что были изданы учебники на национальных языках. На слайдах можно узнать, сколько семей благодаря программе по реабилитации народов Крыма обеспечены жильем. Также на слайдах можно увидеть строительство таких религиозных объектов, как соборная мечеть и храм Александра Невского. Выставка будет размещена еще в 20 городах и поселках Крыма.